Молодые, активные и целеустремленные в Магнитогорске подвели итоги ежегодного конкурса «Ученик года». Он проводится в городе на протяжении 7 лет. Участники – старшеклассники. На районный этап состязаний заявился 21 претендент. Ребятам предстояло выполнить творческие задания. Кроме того, большое внимание жюри уделило и портфолио учеников. Детям ведь приходилось достаточно тяжело. В этом году они участвовали в дискуссии, где говорили о клиповом мышлении. Они создавали видеоролики о буллинге в школе. Они участвовали в творческих конкурсах. То есть они представляли себя. Это был один день из моей жизни. Это тоже было достаточно трудно. Далее мы увидели новые технологии в действии. На городском этапе они представляли лэпбук. В итоге на сцене 10 финалистов. Победительница Анастасия Сергеева. Ученица многопрофильного лицея, увлекается обществознанием и литературой. Мечтает связать жизнь с журналистикой. Позади 5 трудных этапов, творческие задания и бессонные ночи. Но десятиклассница признается, игра стоит свеч. Я очень долго стремилась к тому, чтобы чего-то достичь в жизни. И это была моей мечтой когда-нибудь выйти на эту сцену и получить это звание. Теперь Анастасию ждут на областном этапе конкурса. В управлении образования отмечают, «Магнитка» еще не входила в число его победителей, но каждый год привозила награды в различных номинациях.